Очаков ТВ представляет. Командування першої стрілецької роти 3-го окремо стрілецького батальйону просить вас у допомогі в придбанні вкрай необхідного обладнання. Це радіостанції Моторола та комплект батарей. Це дуже вагомий внесок у піднятті бойового духу нашого підрозділу та величезному кроку до нашої перемоги. Слава Україні! Ми переможемо! Здрасте. Здравствуйте. Вы из какого города? Балаших. Балаших. Подмосковье? Да. Понятно. Чего вы не спите? У вас уже сколько? 3 ночи, да, получается? Ну, вообще-то выходной. А, ну да, да, да. Вы себе позволяете расслабиться, да? Да, немножко. А кем вы работаете? Танцы преподаю. Да ну, серьезно? Ничего себе. Да, серьезно. Хип-хоп, брейк-данс. Обращайтесь. Прикольно. Нижний брейк умеете танцевать? Конечно. Нижнего брейка не существует. Это... Есть папин, который наверху, это которые волны все и роботы. А нижний, а брейк это все, что внизу. Не, ну вот когда на спине, там вот это на голове, там это что? Да, это все брейк, а все, что наверху, это все папин. А вы умеете вот так вот на голове вот так вот? Да, умею. Да ну, не верю я вам. Ну, я вам сейчас не буду показывать, но приходите на занятия. Покажите мне на телефоне, я хочу посмотреть, что это вы. Не, на телефоне показать? Ну, на чем угодно, покажите вашу запись, где вы на голове вот так вот крутите. Ну, я вам могу прислать видео. Прикольно. Давайте, присылайте. Хорошо. Куда вы пришлете? Ну, вы скиньте ссылку, давайте я вам пришлю. Так, не, вы мне дайте ссылку. Давайте, сейчас. Какую? На школу танцев? Да нет, там, где вы танцуете вот это вот на голове. Вот. Ну, вот я просто вышла в чат-рулетку, и мне сейчас ссылку, откуда ее? Ну, сейчас давайте я подумаю, откуда ее взять. Ну, конечно, ну, у вас же есть, если вы реально это танцуете, у вас же есть. Ну, конечно, есть, но я не знаю. Я никогда не видел женщин, которые бы на спине вот это на голове делали. Всегда пацаны одни. Вы смеетесь? Их миллионы. Ну, может быть, но я как-то... Не, ничего я вам не буду присылать. А, все, да. Миллионы. Миллионы. Положение для детей, я не понимаю. Одни дети. Невыносимо. Чего так? Одни дети попадаются. 8, а ты кого ищешь? Ну, наверное, не детей точно. Ну, просто общаться с кем-то. Ну, ты поставила какую страну для общения? Я тут разве можно выставлять страну для общения? Ну, я как бы Россия вроде бы. Ну да, естественно, можно. Ты же выставляешь страну. Вот под, свою. Вот, да, да. Подо мной, видишь? Нет, не свою страну ты выставляешь. Ты выставляешь страну поиска. А-а-а. Ну, у меня Россия, значит. У меня постоянно все из России, значит, Россия. Логично. Логично, да. А ты из какого города? Я из Екатеринбурга. Слушай, а как ты вот оцениваешь сегодняшние российско-украинские события? Еще один человек, который меня об этом спросил. Это удивительно, да, ты считаешь? Я не считаю это удивительным. Я считаю это назойливым и надоедливым. Назойливым. То, что идет война... Гибнет огромное количество людей, в том числе и с вашей стороны, причем в большей степени. Ты считаешь это назойливым, надоедливым? То есть не стоит об я этом считаю, говорить. Я считаю, что у меня 5 раз за день спросили, да. Поэтому больше на это... Заморачиваться больше не хочешь об этом, правильно? О погоде. О погоде поговорим. Вы перебираете мои слова, мне жаль. Жаль, конечно. Ну, а что делать? Я говорила вам не... Я вам свою позицию даже не высказала. Я сказала о том, что я просто больше так не хочу... Так выскажи. Не хочу. Почему? Боишься?
Особенно с вашими наедками, тем более нет. Боишься? Нападками не хочу. Наедками, не нападками хочу, не хочешь, я понимаю. Боишься? Вы еще раз проверяйте мои слова. Не хочу. Понимаю. Не могу. Понимаю. Понимаю. Главное, что понимаете. Понимаю, слушай, а надо бояться в вашей стране вообще высказать свое мнение или нет? Как ты думаешь? У нас не правовая страна, к сожалению, да, нужна. Ну, тут я с тобой соглашусь. Ладно, давай я побегу дальше. Удачи тебе. Да, донимайте людей дальше. Всего хорошего. Давай, пока. Донимать людей дальше. Буду донимать, блин, россиян. Буду дальше донимать россиян, да. Буду обязательно. Здрасте. Здрасте. Вы откуда? Я из Калифорнии, а вы? Россия, Ленинградская область. Понятно. Вы ставите Украину, да, как бы, ну, умышленно? Да, умышленно. О чем разговариваете с украинцами? А вы можете вот буквально, ну, 5 секунд подождать? Сейчас я вот буквально 5 секунд. Если давайте. Не покидайте меня. 5 секунд жду. Да, все, я с вами опять. Меня зовут Владимир, я из Ленинградской области. Да, вы уже сказали. Вы о чем беседуете с украинцами? Ну, о политике, наверное, о войне. О политике. Есть какие-то вопросы у вас? Да, вопросов нету. Просто думаю, что чем эта хрень все закончится, и когда она закончится, не знаю. Ну, а как вы думаете, чем она закончится? Когда, ладно, ну, это такой вопрос. А чем? У вас есть какие-то сомнения, чем она закончится? Да нет, сомнений нет. И чем вы считаете, она закончится? Хочу, чтобы... Ну, думаю, что российские войска вывели свои войска с Украины. Ну и платили репарации потом, а что... Как еще могу об этом думать? Ну да. Мне кажется, мы с вами разговаривали уже. Нет, ну вряд ли. Нет, вы разговаривали, я вам там пожелал всего хорошего, вы меня переключили. Угу. Вы же знаете, что я это записываю и потом выставляю на YouTube. Ну, если хотите, выставляйте меня. Вы хотите, чтобы я ваши слова выставил на YouTube? Ну, если меня закрасите, то выставляйте. Не хотите, не закрашивайте. Не-не, если вы хотите, чтобы я вас закрыл, естественно, я же не буду вас подставлять для чего. Конечно, я вас закрыл. Вы знаете мой канал? Конечно, я вас смотрю постоянно. Вот, отлично. Значит, вы знаете, что... Совершенно верно. Значит, вы знаете, что я, если говорю, я закрываю, да? Ну, слушайте, я вас услышал. Если вы еще что-то хотите сказать украинцам, можете сказать, а нет, так я пойду дальше. Ну, я им хочу пожелать... Что я им хочу пожелать? Мира над головой, здоровья. Я не знаю, что... Какую-то хрень этот карлик Путин привел. Я не знаю, что сказать. Тяжело. Найти слова тяжело. Реально тяжело. Согласен. Ладно, все, давайте вам спасибо давайте за вам поддержку удачи. Здравого вам смысла. Удачи. Счастливо. Счастливо, пока. Ну вот, друзья, человек из Питера реально. Ну, он и выглядит, честно говоря, вы знаете, разумно, хотя бывало, конечно, что я ошибался, выглядел вроде бы так человек нормально, а оказывался потом конченым. А этот, соответственно, выглядел нормальным человеком и оказался нормальным. Ну, судя по его, по крайней мере, риторике. За что ему спасибо.